Здравствуйте, дорогие наши любимые подписчики! Многие заметили, что у котика Кузи появились новые шрамы. И почему мы не уследили, вы сейчас узнаете, я все расскажу. Пока мои мальчики спят, сейчас я Кузи обработаю ушко. История такая опять повторяющаяся. Гулять он не ходил в свое время, вы знаете уже об этом. Приходилось его выносить на руках в теплицу. Ему уже стало невыносимо дома сидеть и в теплицу ходить. И он начал психовать, он все руки разорвал. Вырвался, убежал. И снова его покусали. Но благо то, что не так сильно, как в прошлый раз. Вот вся голова опять поцарапана. Кузя, вот как ты так, а? Вон грязи сколько. 3 числа повезем его. Кастрировать будем, стерилизовать как-то кому угодно, как удобно. Вот. Надеюсь, эти проблемы уйдут. У чувачка тоже ухо это же повреждено. Вот кто-то их грызет. Но чувачок сейчас больше дома находится. Меньше ходить стал на улицу. И он поосторожнее немного. А Кузя он как бы специально что ли ходит, чтобы его покусали. Защищает честь чью-то что ли там, какой-то кошечки. Так, сейчас я поменяю, получше возьму диск. Только-только тебя, можно сказать, восстановили, достали из лап смерти, а ты снова находишь себе приключения. Понимаю, молодой, хочется погулять. Ну, такие вот проблемы у нас появляются. Кузя, дай-ка ту сторону, я знаю, что у тебя тут тоже поцарапано. Надо обработать. И ничего поделать невозможно. У жены из рук тоже вырвался. Все руки поцарапал. Я второй был. Дома он в туалет совершенно отказывается ходить. С ума сводит нас. Ну, в принципе, ему никогда в жизни ни в чем не отказывали. И вот он теперь этим пользуется. Не наказывали ни разу, ни за что. Ну, как бы любимчик, можно сказать. У чувачка таких проблем, конечно, нет. Так, теперь мазью. Ну, все диски грязные. Когда делали операцию, привезли его домой. Вот у меня на столе лежал бутерброд. Не помню с чем-то. С колбасой, не помню с чем. Вот, и Кузя как увидел его, схватил в зубы. Видно то, что голодный был после наркоза. Еще толком не отошел. Конечно, кадр был интересный. Жалко, что не снял я его. Ну, я, в принципе, не ожидал, что это будет. Было над чем посмеяться. С одной стороны. Но я понимаю, конечно, он голодный. Хотя он вот будет лежать, что-то у меня на столе никогда в жизни не возьмет. То ли знает, что это мое, то ли не голодный. А здесь его вот с наркоза так, конечно же, вот, повело. Кузенька, дай-ка тебе еще ушки с той стороны. Вот благо, что ушки вот изнутри как бы не так много болячек. Сейчас мазью намажу тебе. Осталось немного тебя терпеть. И мы все измучились. Молодец то, что он терпит, как бы не сопротивляется, никуда не убегает, когда я ему процедуры все эти делаю. Так. Ушко само. Вчера чистил, было тоже грязи много. Вечером почищу или сейчас тебе, типа, да, сейчас почищу сразу. Куда? Только проговорил.
Только проговорил, что ты никуда не убегаешь. Сидишь, ждешь. Взял, убежал. Так, сейчас я те ушки еще почищу. И все. Только вечером теперь. Ну, такая вот небольшая грязь есть. Это видно кровь. Или болячки, вот, которые сейчас заживают опять по-новому. Не-не-не, не бойся, тебе не больно. Все. Так что такая вот у нас ситуация. Кузя, покажись хоть. Покажись подписчикам. Вот такой он хороший. Ну, всем удачи и добра. Пока-пока. Лапкой помаши.